Приветики-омлетики, мои сладкие. Чем вы занимались всю эту неделю, пока я фармил уровень? Убивая альфа-чей? Ну и, естественно, пещерную живку под фонг. В общей сложности я нафармил 81 уровень. Это было нелегко, это было затратно, это было долго. Один мой подписчик предложил пройти данж в следующем ролике. И я согласился. Я ради этого готовился. Я уже был готов. Но как только я зашел в данж, произошло это. Всех приветствую, меня зовут Север, это прохождение мобильного арка, 8 серия. Приятного тебе просмотра. В последнем ролике у меня был 74 уровень, а сегодня у меня уже 81. По-хорошему, конечно же, нужно было нафармить 82, чтобы открыть химстол, но, к сожалению, у меня закончилось действие трикс опыта, а покупать ради одного левела еще один я не очень-то и хотел. Наверняка ты заметил то, что мой голос немножко изменился. Это связано с моей простудой. Да, вот так, даже болею, все равно снимаю для вас ролики, так что цени это и поставь, пожалуйста, лайк. Друзья мои хорошие, еще немножко вашего экранного времени. На 7 серию, где приручил Халикатери большерогого оленя, прилетели авторские права, из-за чего 7 серия была удалена, а 8 серия переименована в 7. Мой канал буквально вылетел из рекомендаций из-за этих авторских прав, поэтому я хочу попросить вас о помощи. Давайте на этом ролике соберем 20 лайков и 10 комментариев, и следующее видео выйдет как можно скорее. Заранее вам спасибо. А под прошлым видосом мне написал один подписчик, а именно предложил пройти данж, и я согласился. Поэтому в этом ролике у нас будет к нему подготовка. А котлы нам нужны для варки хилок. В каждый котел я положу по 300 дерева. Дерево у меня, слава богу, есть. Не знаю, почему оно хранилось в гриндере, но, впрочем-то, это и не важно. Скорее всего, у нас получится в общей сумме 45 хилок, потому что так посчитал, мол, засунуть сюда, например, дерево, тинтабери и наркотики. И у меня останется плюс-минус 7 слотов, что ли, не помню. У меня останется 9 свободных слотов, куда я, естественно, засуну банки. Для хилок у меня было все за исключением одного. Наркобери. Что ж, так, забираем все наркобери. Я нафармил в общей сложности 2500, даже чуть больше, где-то 2700. И сейчас, понятное дело, скрафтим. Когда ты только-только начинаешь играть в арк, ты действительно углубляешься и наслаждаешься этим процессом. Со временем у тебя уже пропадает интерес к игре, и ты не получаешь такой же кайф, который получал ранее. А вот на моем дискорд-сервере ты будешь получать кайф всегда. Здесь ты сможешь пообщаться, поржать, послушать музыку, посраться. А также в моем дискорд-сервере новые ролики выходят на 10, а то и на 20 минут раньше. Также ты сможешь узнать все новости, связанные с каналом. Заходи, я жду тебя. Ссылочка будет в описании в закрепленном комментарии. Вот такая вот ставочка. Очень хороший повод был прорекламировать мой собственный дискорд-сервер. Эту таки блаварку я нашел буквально в подарке на земле. Кстати, я узнал то, что эти подарки спавнятся с 5 до 10 вечера по, естественно, игровому времени. Не по-настоящему, а именно по игровому. Самое время заказать 45 банок. Вот да, интересно, сколько я на это потрачу. Ну, паста, конечно, до хера, но остальное, в принципе, нормально. А сколько я максимум могу сделать? Ну, штук 200, наверное. Починим моё помповое ружье. Да, после фарма оно настолько сильно потрепалось. Да. Что вообще нам нужно, в принципе, для данжа? Естественно, хилки, еда у нас есть, патроны еще сделаем. А нужно будет сделать стрелы, хотя бы 150 штук. И два металлфлака. Два сета металлфлака, вот. Сейчас мы будем заполнять водой эти 45 банок, точнее, наполнять водой, извиняюсь. Тинтабери у меня уже есть, я хранил их до лучших времен, потому что я знал, то, что рано или поздно они мне пригодятся. Наркотики уже готовы, остается только положить и то, и другое в котелки. Воду я уже раскинул по котелкам, но осталось только тинтабери и наркоту. Сначала наркотики положим, а потом уже тинтабери. Так, все, погнали. Сейчас зажжем, это все красивенько будет. В общей сложности, как я уже говорил, у нас получится 45 хилок. Этого хватит на медиум данж, по идее. Я, правда, не смотрел, какие там данжи есть. Да, готовка идет, все правильно, ничего не напутал. Фармлю, короче, себе спокойно металл, и тут на нахуй. Дудошки чисто на чили, на расслабоне.
Ну что ж, я уже готов идти в данж, вот уже лечу, у меня все есть, есть хилки, взял стимуляторы, еду, естественно, 600 патронов на дробовик, 157 стрел на блочку, 20 это брони, мне должно хватить, и мне пипец как не терпится уже пройти этот гребаный данж, очень хочу. Ну что, ребята, данж средней сложности, погнали. Блять, а как эту хуйню-то пройти? Пиздец, сворачиваемся быстрее. Да, я умер. Ты спросишь, зачем я свернул игру? Все просто. Чтобы предотвратить твою смерть локалки, ты должен свернуть игру и подождать плюс-минус минуту, чтобы у тебя немножечко как бы откатилось. По крайней мере, я так думал. Заходим обратно, я поставил сохранение. Я уже сохранялся один раз перед данжем. Не понял, блядь. Это что такое? Не, я-то понял, это момент, когда я фармил металл. У меня 74 уровень. Что-то я не очень понял приколы. Что за хуйня? А ну, 14 апреля 2023, все верно. Это то, что я сохранял как раз-таки перед данжем. А, бля, а в чем проблема-то, алло? Что-то нихуя не понял. Получается, мне Эрк сейчас просто обнулил все мои старания. Охуенно, ебать, у меня еще и вылетело. Он мне просто... Я не знаю, он обнулил все мои старания. Я потел как тварь, чтобы апнуть этот 81-й... Да, вот так вот, значит, еще, да? Да, очень, конечно, неожиданно. Я удалил эту игру тогда на эмоциях, но сейчас я, в принципе, могу трезво оценить ситуацию. Что могу сказать я? Да, в принципе, нихуя. Я и ожидал такого от этой игры, потому что разрабы хер ложили на нее. Она получилась максимально отстойной. Конечно, есть в ней плюсы, и поэтому я играю в нее уже почти 2 года. Я не собираюсь уходить из этой игры, потому что я пока что еще не вырос из нее, я сниму все, что можно, все то, что я хочу. Но мне нужно немножко времени на развитие, поэтому я залечу на какой-нибудь PvE-сервер. Если вы знаете какой-нибудь хороший PvE-сервер, то обязательно порекомендуйте мне его. Можете написать мне в Telegram, можете написать в Discord-сервер, или же написать в комментариях. Обязательно приму, учту, и уже потом выберем сервер, на котором будем играть. Мне нужно немножко отдохнуть от арка, поэтому ролик выйдет четко через неделю, если вы соберете 20 лайков и 10 комментариев. Если мы хотя бы немножечко приблизимся к этой отметке, то окей, так уж и быть, ролик выйдет либо через 5, либо через 7 дней. Всем спасибо за внимание, с вами был Север, и помни, все только начинается. Удачи!